15 мая 2014 года, Санта-Сусана, Испания, чемпионат Европы, тройной чемпионат Европы среди мужчин, женщин, юниоров и мастеров по бодибилдингу. Александр, я и Александр, скажи я, Рябинин, портал islab.ru, окончательная фаза подготовки, подводки к выступлению в финальной части соревнований. Саша, что ты сейчас делаешь? Гружусь. А как относится Денис Капустин к тому, что ты так грузишься? Положительно. Саша, ты скажи что-нибудь. Это негативно, нельзя есть. Нельзя есть. Да. Вообще чудное зрелище. Чтоб народ понял, вот это здесь место для выступления. Это кафе такое уютное. А это представители Алтайской Федерации, такие красивые, симпатичные, машут нам рукой, улыбаются. И самый симпатичный среди них, вымазанный какие-то коричневой штукой, Александр Рябинин. Я вроде как прочитал, он собирается выступать в категории 75 килограммов у мужчин в бодибилдинге. Кто соперники, Саш, знаешь? Нет. И не хочешь знать, да? Главное, как бы. Главное на максимум выйти. А ты выйдешь на максимум? А ты ж меня знаешь. Я знаю, что ты можешь выйти, сделать на максимум. Все. Задача, я так понимаю, поставлена на первое место на чемпионате Европы, и другой задачи не стоит. Бог даст. Нет, то, что Бог даст, я уже понял, что должен дать. Значит, будет. Денис, ты как? Очень надеюсь, не хочу загадывать. Так нет, загадывать не надо. Скоро все будет известно. Чуть-чуть осталось. Скоро все будет известно. А ты тест сдал, Саш? Ну, первую категорию, да. Ну и как ты сравнивал то, что ты написал, с тем, что получилось? Практически идентично. То есть ты думаешь, что ты будешь нас очередным судьей, который будет работать на благо отечественного бодибилдинга, на благо наших спортсменов, и ну и на свое тоже, наверное, в какой-то мере благо. За этим и приехал. Помаши ручкой нам. Всем, ох, какая ручка. Итак, Алтайская Федерация, Islab.ru, я Александр Тимошенко. Спасибо за внимание.